Ой, это опять те же челики? Мы их, по-моему, выигрывали же вроде бы. Но это не точно. Алло, я тут. Когда магистр Сочи вернется? Не ему. В Россию. Он и так в России, да? Да, блядь, шутка. Шутка-минутка. Пусть купит Теле2 и будет заебись интернет. Пусть купит Теле2 и поедет в Москву. Блядь, мажор магистров заметили, блядь? То в Сочи, то еще в какой-то залупе отдыхает. Ну, конечно, в залупе, но все же отдыхает. Не то, что мы работяги, тупо работаем, работаем, блядь, скиллуху апаем. Ну, конечно, сказывается, поэтому... Так вот, конечно, сказывается... Я нахожусь в Чехии, ты хочешь сказать, я мажор? Нет, ты даун. Вот, так вот, продолжу свою речь. Видишь? Чекняк 4301352. Брат спонсирует. В основном соло катало, сейчас в трипле, сколько у тебя? Нихуя там. На Валерии покажи даже. Меня бы брат нахуй послал. На меня был. Падла, а вы чё не убили-то? Не доиграл кто-то. Кто-то из вас. Точно не я. Ну, вообще-то, может быть, и ты, потому что нам четвертого челика не хватило как раз. И мог быть Чанэ. И мог быть Чанэ. Магистр, блядь, априори не доиграл. Он отдыхает, алё, блядь, вот хочешь. Не дородился. А что это у нас? Первый килл! Бля, ты не бычь так на Селену-то. Ух, ёпта. Ну и Селена на меня не бычь должна, по идее. Блин, как не повезло нам, да? Особенно мне. Ну ладно, меня Хуфра убил, пофиг. Мне показалось ли это была казнь? Мне показалось. Нормалды, нормалды. Не умрет там, бля. Умрет Хуфра? Я не мог. Они забрали наш синий или нет? Я так и не понял. Наш нет. Чё, ну Чанэ нынче пушат, запрещают? Какой он бомж, это пизда просто. Глаза б мои не видели. Чтобы вы понимали, он только что набил монетку Тамзу. Не доиграл. Не доиграл? По-моему, сука, он играет за них. Мне кажется, ли это Селена соло лайн? Не кажется, она и тогда стояла соло лайн, сейчас стоит. В смысле, тогда соло лайн стоял, серьезно? Жестко. Да. Ну я же на Бальмонте прочитался. А где у него вард тут, сука? Можно мапхак? Жалко Валира. Ой, этого ульта не палит вообще все прям. 100 хп. Не повезло, не повезло. Бля, алло, вы будете что-то делать? Не без ульта. Да, в Катю. Не повезло. Бля, опять эта говноместная катка. Как я не люблю такие, честное слово. Типа... Нормальные. Буду стоять. Без стрима, согласен, нормальные. Но со стримом я такие не люблю. Блять, одна секунда просто. Очевидно. Селена не доиграла, она могла не дать мне крипа, но все же отдала. А это как-никак 70 стал. Ультанул Кая. Okay.
Сосанс! Ну кому он? Ну куда вы, блядь, алло, вы ебанутые? У меня онлайн пушится. Ну ты окей, ваншот. Забей на нее вообще, скажи, иди нахуй. А почему он играет с ебаным фаншотом, его выебать? Вот сразу бы пошел бы, и типа мы забрали бы и спокойно ушли. Но сори, тайминги проебаны. Там... Да какой лесной, там половина сраного бафа, как раз на твою стрелу и две тычки. Магистр с сапогом на Чане на КД, ну что это за хуйня? Он все катки сегодня решил, блядь, руинить. Ты лесного не хочешь забрать? Ну, тут как не себя пути, что поиграть, да? Да. А я думаю, я такие карты не люблю. На стриме, опять же, да? Там без стрима за... такие катки изи катать. Там не за трое. Четверо. Угу, да, так. Ну нахуй этот низ. Там зубы. Ты его не убьешь, по-моему. Да. Я думал, типа, Чане со мной пойдет. Чане овощ, блядь, забудь. Даже сапог на ману, блядь, профитнее, чем сапог на КД начинаем. А он очень непрофитный, поверь. Нет, КД и так нет почти. Так в этом и профил, типа, какой нахуй сапог на КД? Зачем? Чтобы первый КДшить, блядь? Первый же такой важный скилл начинаем. Не, а второй будет КДшить. Вообще-то и первый. Это, кстати, Кайос Афлика сделал или без, я не заметил. По-моему, да. По-моему, это был Кайос Афлика меня стянул. Ну, в смысле, катка, не знаю, потнеечка будет. Что, слить надо? Не, я, наверное, еще одну-две, я лев буду. Ой, даже... Левым будет, а я, блядь, дырку там остал. Ты играешь соло, я играю всегда в потери, сон, что ж мне с тобой? Ну сейчас я соло, ладно. Ебать, я чё так больно. А чё так много дамага Селена с лаймшота дает? Вот у меня вот этот вопрос, лоу. Ну там... Сосать член, блядь! Сука. Я сегодня на фаше почти с флэншота шотнул Бруно. Это этот, я надеюсь, это не громко было. Я забыл, молнии его надо мазать. Молнии? Там успокоиться. Типа, чем больше расстояние, тем больше дамаги сейчас. Ну, с молнией тоже вообще-то работает. Ультани в баф. Тут они баф хотят контестить. Алло, 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 алло. Ну, он забрал. Бот контестить. Ну, а она одна, нет, двоих. А Хуфру должны забирать. Ладно, продамажили и хватит, отойдем, отойдем. Лик отдал. Господи, как на Чане можно подставиться под сраного Каю? Я вам скажу, там урона очень много на Киме. Опять ты не доиграл. Я? У меня не достало просто, что я сделал. Ух, сука. Ну ладно, он отыгрался за тот раз. Скоро дамаг подъедет, я просто жду.
Да. Тебя Кими, кстати, не особо пробивает. А, это из-за часов, наверное, да? Ну сейчас у меня, считай, фильм будет, она меня вообще не пробьет. Магистр, давай там напрягись. Напряги извилины, блядь, и собирай антихил третьим. Четвертым этот... Замедло, пятым кристалл. Ну, если ты хотел, то ты должен был вторым собирать антихил. Потому что он уже нам нужен. Ты собираешь кристалл. Видишь, я, блядь, сразу собрал щит Афин, потому что надо. Потому что я понял, что тут как-то, блядь, в одни ворота сейчас будет в наши. И басик тут третьим аж будет, потому что дамага маловато у нас. Вот, исходя из этих всех мыслей, никто не додумается зачекать ваншоту некоторые кусты, но... Это не ко мне. Даже ты мог так-то, у тебя большая, если что, передвигабельность. О, давай его ёбнем, чешу. Ууу, тупак, великолепная игра. Ваншот нам надо съёбывать. Ходим в сторону бота, алло. Алло, алло, как слышно? Нифига ты там, чё, вообще, что ли? Короче, вот так и делаются камбэки, типа, Sunset там плюнул, ваншот тут сплюнул. Сплюнул. Снюс. Что-то снюс меня. Он что-то, что, не снюс? А, у него, понял. Вспомнил. Не надо, не надо. Фликадал. А то вдруг, типа, его... Кто-то у него смог... Алло, вы куда идете? Вы забыли? Ну, магистр тупой, но вы-то куда идете? Я так. На подкрепление. Магистр, я тебе скажу одну вещь. Не надо идти с лордом. Это мудрость деву, которую мы переняли у других более мудрых челиков. Не, ну ты начинай мог типа ультануть и отогнать челиков с лорда. Но ты этого не делал, так что ты вообще бесполезно там стоял, на мой взгляд. Бать, ты не доиграл, конечно. Ультует. Ну, он там отсюда. Забрал. Сука, да хватит в сраного хуфру стрелять, Валир, умоляю. Блин, мне не хватает выживаемости против Тамуза. Вообще не хватает, я вам скажу. Но он, кстати, все прожал, по-моему. Кроме очищения, вроде бы. Но он очищение, по-моему, в прошлый раз тратил, я не знаю, откадешилось ли. Ну ничего, ничего. Мне в танк собраться, чтобы меня не пробивали, чешу. Там чё, весна. А, там, бля, извиняюсь, там Катя забрала лорда. Ну, не, я сказал, типа, Sunset сплюнул, он... Нет, я сказал, Sunset плюнул, он что-то сплюнул. Но про Катю я не сказал, что он лорда забрал. Это как бы тоже немного зарешало, кто не понял. Так, ну, наконец-таки, факел есть, дамаг есть, есть же. Оп, сзади стан. Вселенная возле меня. 2000 дам. Слева хуфра. Хуфра дам. Давай. Чё по фарму? 36 на 36? Ну, в принципе, мы можем драться, если ты утонёшь там нормалдышно. Поселение два раза, по фаше. Ой, по Кими. Кими два раза сдохнет. Ну, я про это и говорю. Ради одного раза, как бы, я не думаю, что резонно по Кими. Ладно, го еще пофармим. Мне просто басик нужен. Только где мне на него нафармить? Мне косарь аж... А, нет, мне 500. Мне... Ой, блядь. Сорян, братан. А, Тамус без очищения. Там Ченей будут, никого не волнует это. Ну, в принципе, он сам, типа... Ну, опять, типа, это полностью твои дебилизмы. Единственный флик нужен на инфа... Кая давал? Ульт-флик. Ну, это единственная инфа, которая нужна после того, как ты умер.
Справа Хеохуфра. Блин, так не повезло, я бы так красиво сейчас бы сделал. Если что, мы Хуфру вообще не пробиваем. Сейчас я дам у него тычку. Дай, дай, дай ульту. Оп. Еще раз, оп. Ну, флик отдал. Да? Ну, иначе, блядь. Бан? Ты видишь это дамаг с флеймшотом? Жестко. Я флеймшот съебал от меня. Ну, не все, там 30% где-то. Ладно, первый лорд хуйня. Там проблемы начинаются с седьмых лордов. Как говорится. В смысле, что? Я, по-моему, до 10 лордов играл. Ну, вообще. Там катка полтора часа длилась, а люблюсь. Моем делать нехуй было. Полтора часа? Убивать на какую-то звезду. В то время звезды были, я уверен. Да, мифики звезды давала. Полтора часа ради одной звезды. Сейчас, стой, стой, блядь. Чане, ты знаешь, что тебе надо сделать? Просто ультануть в тупую в лорда, все. Больше ничего. Ты, кстати, зря ульту отдал, мы типа сейчас лорда, как будем дефать? Уже ультуй, Чане, блядь, алло. Ой, сука, у него... Медленно все. Вот если бы ты чуть-чуть раньше сделал, бы он бы тычку, наверное, не дал. Там тычковая Кими. 700 хп. Нам еще один пак дефать, и у нас опять все нормально будет. Бля, я сейчас соберу такой жир, нахуй, они в жизни своей меня не пробьют. Ну, никого нет. Прилетает. Там, чтобы вы понимали, 10 лордов когда было, там АДК не забирал баф свой соло. Ну, кто не понял, типа там... Для магистра. Для магистра говорю. Там, типа... Что ты? Ну, хз. Так вот, там с каждой минуты усиливаются лесные. Крипы, насколько я знаю, тоже вроде бы. Да, все усиливается. Даже кусты. Даже камни. Там у Кими синий, его надо бы контестнуть. Ладно, мы уже не успеваем. Ультуй. О, отлично. Забрал. Как они не могут забрать синий, при том, что у них флеймшот и Кими? Кстати, да, считай, Фина очень сильно поможет от флеймшота этого сраного. Да, он меня заебал, поэтому я вырасчитал синий. Ну, кстати, этого ты пробиваешь, дай боже. Ну, то да. А я их всех пробиваю. Мне просто надо, чтобы кто-то их застанил, замедлил, что-нибудь такое. Что угодно. Го на мид. Нам надо на миде занять. Убил, нахуй. Кайф, ну, да. Отлично. Кайф. Я бы отошел, я бы отошел. Куда ходить, я не все был. Ну давай, давай, давай. Типа я отхожу, вы не знаю. Я не могу опять в передовой линии, как я обычно катаю. У меня, блядь, тычка хп. А вы типа привыкли, что играют так. Ну, типа, Грок должен агрессивнее гораздо играть в таком случае, но. По-моему, там какие красные есть у Кими. Кстати, Грок жестко пробивает Кими. Блин, мне надо с базы. Я, кстати, забыл сказать... А, что, она собрала антихил уже, да? Отлично. Почему ты без замедла? Если шло, тому за контрить только замедло. И за место твоей странной палочки гения нужно замедло. Замедло, начало собрал. Что забил, блин, человек? Ну, я в шоке, он до сих пор сапог не поменял, типа, у него до сих пор на КД. Го синий у этого голду коплю, чакру копит тупо. У меня челик, я в КС-ке спрашиваю, почему ты броню не покупаешь, он говорит, я коплю. Голду коплю. Алло, 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 ульта есть? Да, все, отлично, погнали обратно. Нам наш синий надо забирать.
Ты ультанешь синий санс? Да. Ультуй. Гонвар, да, байтить? Тому с намидеем. У него, скорее всего, есть очищение. Два ульта. КС Афлика. Неплохая ульта на магистре. Ну, довольно не своевременно, но все же. Ну, я не понимаю, почему вот сюда, блядь, нельзя было утонуть на Чане. Ну, типа, ты бы меня спас, скорее всего. Плюс там всех продамажил бы. Ну, блядь, ну, я не знаю, что, блядь. А это нормально? Что? Ну, у него метки, скорее всего, возле лорда. Начните лорда, алло, вы чё? И бобо? Нету меток возле лорда. Ну, я не знаю, где они, но должны же быть по-любому где-то. Ча, ещё раз включу. И поймите все по лорду все, что есть. Первый, 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 первый. Ебать. Я ебанул, а она лорда. Ладно. Бля, ну это же очевидная вещь, что надо встать напротив, ну, на той же траектории, по которой прилетит сраный ультимейт, сраный Кимми. Ну хоть кто-то встал бы, ну ёб твой рот. Синий там забрали у него, да, я сейчас свой зиду. Помогите на моем сине. Хотя нет. Кая ультанул. Бля, конченый синий. Конченый Кая. Хелп! Бля, понимаю. То чувство, когда игра решила хелпануть. Сука. Плохой человек редиска. Кая без флика. Он уже этот айтем соберется, я просто не понимаю. Я уже, блядь, час играю, нахуй, и айтем не собирается. И, если честно, я дамаг от этого не замечаю. От Лисуна. Да. Вообще ноль. Вот еще деф тело. Чекай, что я за айтем купил. Ну, шлем я тебе мог сказать, я пока чекал, я стам поймал. Так. Думаешь, поможет тебе хп? Да. Ну, хп мне очень много даст. Я просто в файтах, блядь, по КД должен бэкаться. А это мне даст... Мне нужна Катя в Дискорде, чтобы она собирала все эти ебаные метки. Ну, типа, она танк! Который должен это все собирать. Бля, у меня же зарядка, я забыл. Сейчас, блядь, 5% как нахуй откинется. Ну и типа по позиционке она должна немножко впереди быть. Кая пытается кого-то выцепить. Угу. Так у него флика не должно быть, я не знаю, что он так как дебил ходит. Бить его все. Что? Сука, ебаная стенка, что за хрень была? Неплохо Кимми сыграла, неплохо. Кимми? Да. Она отчение сразу в ту же секунду прожала, но все равно ты ее выбил. Ну типа очевидно, что ты должен хорошо играть, нет? Ну поэтому, типа это заведомо, что Sunset хорошо сыграл, поэтому Кимми хорошо сыграла, и поэтому... Иди нахуй. Вот. Я магистру могу говорить, хорошо сыграл. Куда он ультует, ёб его рот, это просто пизда. Мы еще не начали пуш, что он ультанул.
Он бы поменял сапог хоть, слава богу. Ну, вообще, это нехорошая идея, начане без сапога катать. Мам, без сапога катать, понимаю. Ну, типа, там и так тьма урона, я не понимаю, господи, ваншот, что за хуйня? Я чуть не обосрался. Там лорд, типа, и у нас такая история была бы жестко. Кто ультанет в баф, ты или ты? Я бегу. У меня 14 секунд. Блин, продай странный палочку гения и купи сапог на проник. Тебе хватит этого проникновения, и будет сапог нормальный хоть. Не как у дебила. Просто будет сапог хотя бы. Не, ну проникновение будет по-любому, потому что... Блядь. Лучше бы я умер за этого дебила. Грока ебу. Блин, у меня все так лагает, я на зарядке играю. Я очищение затаймил, ну ты, блядь, в каком сезоне играешь? Очищение не таймит, каю. Я, наверное, палочку гения продам, куплю уже обычное. Ну все, кая, типа... Меня убьют скорее, нет. Как же не везет, а? Чиня, пожалуйста. Помоги, алло! Ну, задефит лорда мы изи, потому что у нас бафы все и чаны сраные. Ну, а там трех типов нету. Ну, это изи деф лорда. Ну, типа, ну, неплохо ваншот ну, сыграл. Ультуйте уже в лорда. А, типа, тут счастье попытаю какое-нибудь. Все, лорда нет. По одному паку теперь задеф. Ну, и красный, если вы заберете, это хорошо будет, если что. Сейчас я... Гимми, если что, до сих пор зеленка. Вот очевидно, с магистром... Не... Да-да-да, с магистром... В пати. Ну, типа... Вы должны понять меня, как бы. Алло, он умрет сегодня? Я ушел, если что, с ботом. Не выжил. Ну, типа, брать сапог на КД начинаю, ну, это ужас, ну, типа... Учище, сосали? Нет. Я ничего не имею против магистра, но, блядь, сапог на КД начинаю, это слишком. Ладно, блядь, ты меня должен, Гирш, ты охуел? Давайте подождем всех, надо, чтобы ваншот, типа, сзади зашел в Кимми. Блядь, часы там, да. Понимаю. Понимаю. Так на М2 продашь и игру проиграешь. Ну типа, ну у меня теперь два проникновения. Ну хреново, ты не будешь пробивать их, потому что за счет часов ты пробивал, если что. Ну все, их не купишь, они уже не настакаются. А, лол, они еще и без стаков, если ты их второй раз купишь? Ну я не знаю, могу протестить еще. Проверь. Ну у меня голды 1400, ну ладно. Алло, гении, подойдите. Да, че, без? Да, да. Ну а вот, да. Короче, плюс того, что я помазал. Чё? Какой плюс-то? Я не понял. Плюсы уже скоро? Ну, я узнал, что нет. Ну ладно, соглашусь. Без так. На самом деле это ненормально, должно быть... Ну вообще, да, это бред просто. Лесной же покупаешь стаки сразу есть. Вот. Алё, ну заходите в кусты на танки, умоляю. Я уже заебался первым бегать. Там челик вообще на Кай нихера не делает, он просто меня ультует. Он может даже не фликовать, я не знаю, зачем он фликует. Ну, Санце, ты типа мне хочешь помочь? Атака. Да, как же я вообще не танчу это дерьмо. Нужен ульт Чане на топ или на бот. Заходил на бо... 15 минут назад с Холикрити, они танчат Амуса. Прошло 15 минут. Толочь говорит, я не танчу это дерьмо. Ну уже не Таунс, уже Кимми наваливает.
Атака, 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 блять. Ебаю, я ебал. Давай ультуй, странная, Чене, ультуй, Чене! Да он ультует. Да, Чене будет урон. Нифига себе, вы видели меткий урон по Чане? Это шо было? Там Чане чуть не разорвало, блядь. Там уже хентай можно снимать с Чане, блядь. И вселенной. Сука, такая потная, просто пизда. Ну, вообще, на самом деле, нет. Вообще, блядь, на одном дыхании играю. Даже не перевожу. Соси член. Давай, давай. Ко мне, команде, ко мне, ко мне. На! Найдис вылетел, скорее всего. Ну, я не слышу никого, если что. Кроме Санса-то. А меня? Ну, тебя тоже, естественно. У тебя нет в катке. Ну, а другие замечены. Да, ну что вы делаете, пацки? Встаньте за Гроком, кто-нибудь, блядь. Почему вы вдвоем принимаете урон одной Кимми? Вот видите, что Кимми делает? Она просто настреливает. Ну, а позже. У нее пульба у них. Кая без ульта. Ну, бля, Кая им руинит прям жестко сейчас. Да, за нахуй пробегает. Ну, они ларда также будут долго убивать, как и мы. Это, блядь, 20-й лорд или какой? Тут есть статистика по лордам, насколько я знаю. Без разницы, какой лорд время играет с роли. А, забрать лорда, понял. Бля, мне еще лагает. Забрать лорда. Там у Кимми синий вот это в натуре стоит забрать. Вот Кимми взрывает. Го по лорду. Не го по лорду, ты ульта есть, блядь, Чанэй? Что? Что мы? Что мы стоим возле лорда и... Кая без ульта. Пять? Да. В руку ульта. Уф, Катюху тупо. Ну! Да, нет, такими темпами нас просто разобьют. А я сейчас раздамажу, а у Кая ульта появится и все. Ну да, я тоже так думаю. Там плюс синий у Кимми, типа, больно сейчас будет. Она наш синий бежит. Ну, я вижу, он шот видит, вы нет. Кимми забрала еще наш, да. Ну, еще 2 минуты. Да, предлагаю, типа, сосать член 2 минуты, потому что под синим драться с Кимми очень опасно. Ну, куда она лезет? Господи. Уф, блин, как уф, одну стену. Минус 2 фрика. А, лол, они не хотят лорда? Серьезно? Блин, ну ты как не попал по Тамузу? Хотя бы сбили бы ему. Блин, у меня мана кончается так-то. Да, хочу полтора часа играть. Они хотят лорда, ну короче, мы ждем. Бля, я с базы тогда, у меня маны нету, чего. Ждем, ждем, ждем. Они не хотят лорда, у нас Чане встанет, мы их выебем. Чане, господи, что ты делаешь, Сансер? У них синий появился, они опять синий забирают. Алло? Ебать, у меня 70 секунд возрождения. Нихуя себе, это что такое, блядь? Что ты делал, блядь? В меня кайса вспышка. Прежде этого ты, блядь, зачем-то пошел ультовать, ты один был. Ебать, 7 секунд. Да, спасибо, спасибо. Если мы целем, то только из-за Санста. Ну для кого я говорю, ждем Чане, ждем Чане. Трон пиздец. 20 секунд. Выходи, Катя, там надо стенку ставить, атака. Уф. 10 секунд, продержите. Ну! Бля, иди нахуй.
почему. Сука, ждем Кими. Точнее, Чане. Так сложно понять. У меня 96 тысяч урона. У странной Чане 107. Ну как жить, господи? Как жить? Почему у странного лесу на 200 тысяч урона?